Этот фильм не о политике с ее детективно-криминальным жанром. Речь как раз об обратном, о том, как не запутаться в дебрях политического прожектерства и интриганства, о взгляде на жизнь простом и ясном, если посмотреть в зеркало русской истории внимательно. В нынешние времена историю не просто вспоминают, ее ломают и переделывают, ее приспосабливают и перекрашивают, превращая в инструмент раскола и вражды. Но наша многовековая история хранит множество иных, добрых и спасительных устоев. Именно они послужили той основой, на которой зародился в 1991 году Саратовский земский союз. Первая земская организация в России в новую постсоветскую эпоху. Представляем членов правления Саратовского земского союза. Сухарев Игорь Геннадьевич. Небалуев Сергей Иванович. Архипов Александр Петрович. Чернышевский Дмитрий Викторович. Макаров Сергей Васильевич. Батанов Владимир Юрьевич. Вся наша деятельность за последние годы, начиная с 91 года, показала, что те принципы, на которых мы собрались, в принципе неприятия антинародного ельцинского режима, принципы земства и коллективизма, соборности, все эти принципы, они сохраняют свою силу и сейчас. И земство — это именно то, что нужно сейчас вот нашей стране. И вот в очередной, какой уже по счету раз, наше Отечество встало перед вопросом, что делать. Архисложный вопрос. Что делать в стране с разорванной на куски историей, с разодранным на части общественным сознанием? И на какой почве возможно возрождение достойной человеческой жизни? Первоисточник этого вопроса — одноименный роман Николая Гавриловича Чернышевского. В свое время Маркс называл его великим русским писателем. Но ни основоположнику пролетарского учения, ни автору романа поставленного вопроса, как известно, решить не удалось. И сегодня в мемориальном музее Чернышевского собрались члены Земского союза, представители нового поколения русских людей, готовых предложить свое современное решение старого вопроса. Дело в том, что ведь наша страна существует уже не один век, а тысячи лет, и на протяжении этой большой истории были очень тяжелые времена. Вот сейчас времена, которые мы, значит, видим, они тоже не из легких. И поэтому, естественно, возникает у людей вопрос, как, значит, быть на белом свете, как жить, чтобы выжить. И ответы на это можно найти вот в нашей истории. То, естественно, мы должны использовать свой опыт, потому что этот опыт, значит, именно опыт нашей страны, и он нас спасал не раз. А потом этот опыт не так уж далек от всемирного опыта. Вспомните хотя бы, например, книгу «Шахнаме», которая написана тысячу лет тому назад. Там есть сюжет, как Набед Бахрама разрушил селение, а потом его восстановил. Так вот, если, значит, его так прочесть, то не будет большой натяжкой сказать, что это описание, ну, нашей революции. Это один из самых вообще сложнейших вопросов, которые можно задать, что такое русский народ. Вот те люди, которые сами себя относят к этой русской православной культуре, основанной на православии, может быть, не столь церковной, не в церковном смысле слова, не в религиозном, а в более широком духовном смысле, вот те, естественно, являются, конечно, русскими.
ситуация. Если мы бы говорили чисто о русском национализме, то это было бы, пожалуй, в наше уже нынешнее время наиболее разрушительно для России. А вот земская идея, земское выражение, это прежде всего единство людей не по крови, а единство по почве, то есть единство их интересов, проживающих на определенной территории. Вот она, основополагающая мысль земской идеи во всей ее исторической протяженности. То, что с полным правом можно назвать здравомыслием всех населяющих Россию народов, объединившихся в единую российскую государственность. Именно это считает Михаил Васильевич Калашников, член правления Земского союза, делает земскую программу созидательной и современной. Ну, самое большое, я так считаю, что мы сами определились в том, что такое вообще земская идея в настоящее время, и попытались до определенного количества населения вообще довести эту идею. Это, я считаю, уже для нас уже является большим достижением. Развалилась огромная империя. Объективная логика происшедшего сурова, но куда беспощаднее бывает фанатизм народных вождей. Вспоминается февраль 17 года, начало всеобщей российской катастрофы, годы и годы разнузданного произвола, большой крови. Что же спасло Россию тогда? Восстановление всего, что безжалостно крушилось и уничтожалось, крепких государственных институтов. Так возможно ли возвращение нации к прежнему могуществу и благосостоянию, а вместе с ними одушевление всей русской действительности? Россия – это объединение многих и разных народов, которые веками жили вместе и созидали этот общий дом, Россию. Россия всегда стояла на соборности. А что такое соборность? Соборность – это как раз единство в многообразии. Ну, сами посмотрите, у Барклая де Толли и у Лермонтова шотландские корни, у Пушкина эфиопские, у Куприна монгольские. И тем не менее, все они представители русской культуры. Вместе они создавали это здание, которое сейчас вроде бы рассыпается, но это все можно повернуть вспять. И здесь как раз свою положительную роль призвана сыграть земская идея. Ведь что такое земство? Это не учителя с бородками, клинышками, не чеховские персонажи, которые когда-то в 19 столетии представляли земство в глазах общественности. Это не только больницы, не только врачи. Прежде всего, это идея. Это идея земли, как составной части государства. Вот есть земля, их много земель. Вместе они образуют общий дом, который называется Россия. И вот это единство областных, местных, региональных интересов и государственного управления составляет основу земского понимания того, как должна строиться Россия и как она будет восстанавливаться. Что нужно, чтобы наше государство и мы процветали, нужно правильно определить цели. Если мы определили цель рынок, то все будет подчинено этой цели. Эта цель ложная. Рынок – это всего лишь одно из средств, многочисленных механизмов, которые применяют государство и общество для того, чтобы эти граждане жили хорошо, это государство процветало. А процветание государства необходимо для того, чтобы процветали его граждане. Поэтому на эти вопросы можно ответить так, что мы, конечно, Земский союз за рынок, но мы и за государственное регулирование экономики. Потому что без государственного регулирования такая крупная страна и любая другая в наше время жить не может. Мы за то, чтобы наше государство структурно развивалось, чтобы в нашем государстве в огромном не все финансы, не все оборотные средства, не все управление сосредотачивалось в одном центре в Москве. Но и для того, чтобы мы структурно все области могли решать регионы свои вопросы немедленно, должна быть какая-то передача ответственности в регионы. Сейчас часто вспоминают Столыпина, его реформы. А ведь с системой земского самоуправления Петр Аркадьевич впервые столкнулся в Саратове. В этом доме находилась губернская земская управа. А это здание Саратовской уездной земской управы. Старое земство умерло, но сама земская идея проросла и дала новые побеги.
Но самое главное, у нас в России принято. Вот кого вы поддержите? Того человека и этого на должность президента. Я хочу четко и ясно ответить. Мы можем сегодня поддержать одного, завтра другое. Цель не в том, кого поддержать, а того человека. Определить все принципы, ради которых мы поддерживаем этих людей. А этими принципами является первое. Этот человек должен направить свои силы не обеспечение беспрерывного руководства страной, а на построение государственной системы. Той системе, в которой мы были защищены от произвола чиновников. Какую мы хотим Россию видеть? Как империю, которая у нас должна все подавлять? Или как, например, страну, в которой все мы должны свободны? Или что-то нечто среднее? Как западный мир, или как восточный, или как какой-то средний между западом и востоком, что географически является, определяется. Поэтому не должны забывать вот это целеполагание, какую мы хотим видеть Россию. Если мы не моты и не мошенники, а здравомыслящие граждане, значит, Россия нам необходима крепкой и мощной, такой же, как крепкие стены дома, способного защитить и согреть нас во время любого лихолетия. Пять лет назад, когда я был атаманом на Сахалине, я провозгласил девиз, который впоследствии подхватил весь остров. И был основателем одной из станиц на Сахалине. За честь, отечество и веру. То, что начерт на знамени Земского союза, на две трети совпадает. На его знамени написано «За честь и отечество». Это первое. Ну и второе, это я родился в Саратове. Я вырос здесь. Я, помимо того, что я объездил весь Советский Союз, это моя родина. И я хочу, чтобы город Саратов стал таким городом, каким он был в 1897 году. Он был третьим городом Российской империи. Это моя цель, и я знаю, что в России уважают только силу. И поэтому все идеи благие земства без силы останутся благими пожеланиями. Сильная власть. Это власть, способная удовлетворить интересы своего народа. По философским меркам это естественный закон. По религиозным – воля Господня, по этическим – долг, а по житейскому пониманию – поэзия, красота, любовь. Все, без чего жизнь на земле стала бы, наверное, страшным проклятием. Никогда не было в стране, даже не только в России, вообще на этой земле ни разу не было национальных государств. Золотая Орда была многонациональной, Киевская Русь многонациональной, Россия всегда многонациональной. Пришли большевики, разделили всех по национальным квартирам. Дошло дело до абсурда. В Татарии татар меньше, чем за ее пределами. И я считаю, что и Земский Союз считает, что пора вернуться к проверенным опытом веков обычному государственному устройству России. Губерниям, автономным землям, которые не делятся по национальному признаку. Пусть будет земля Казанская, земля Астраханская, земля Саратовская, которые вместе будут решать общие проблемы. Ибо традиция подчинения сильному государству централизованной власти Отечества, она в России всегда была и только окрепла за эти 70 лет. И сейчас возвращение к ней происходит естественным образом даже у тех, кто всегда ее на словах отвергал. В спорах о прошлом и будущем России не последним представляется вопрос, а кто мы сегодня? Патриоты не любят либералов, почвенники – демократов, государственники – рыночников. Так кто же мы? Азиаты? Европейцы? Вы понимаете, национальная самобытность – это же не выдумка историков. Она либо есть, либо ее нет. В России она была всегда. Она сохранилась, несмотря ни на что. Хотя, может быть, мы оделись в европейские пиджаки вместо армяков, живем в современных домах, мыслим, в общем-то, категориями общечеловеческими, а все равно мыслим по-русски. И даже наши демократы ведут себя так, как никогда бы себя не вели западные демократы. То есть они ведут себя как русские демократы. Это самобытность пробивает себе дорогу через все, через в любой форме. Это содержание жизни.
производство и вера – три краеугольных категории социального бытия. В отличие от либералов-западников, от коммунистов и националистов, земская идея основана на единстве интересов личности, общества и государства, на соборности –